Вечером примерно 18:40 сообщение о пожаре поступило с улицы Пионерской микрорайона Хамза. Здесь в одном из частных домов взорвался газовый баллон. Пожарных на место происшествия вызвали соседи. В результате взрыва частично пострадали теплица и недостроенный дом, расположенный на участке. На тушение огня выехали две пожарные машины и 20 человек личного состава. Сюда также прибыли врачи Центра медицины катастроф и полицейские. К счастью, никто в пожаре не пострадал. Строением нанесен частичный материальный ущерб. Сейчас причины взрыва газового баллона выясняют дознаватели отдела по чрезвычайным ситуациям Абайского района. Вечером на пульт дежурных спасательного отряда и департамента внутренних дел обратилась за помощью жительница 17-го микрорайона. Женщина рассказала, что в квартиру в ее присутствии путем взлома замка пытались проникнуть неизвестные. Услышав шаги хозяйки, они сбежали, а женщина позвонила экстренным службам. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили, что в результате взлома замок поврежден. При помощи инструментов оперативники вскрыли дверь и прошли в квартиру. В этом происшествии женщина не пострадала. А как вы открыли? Ну как обычно открыли. У вас все нормально? Ну они ж не смогли зайти. Ну вон, видите, лежит ваш замки. Вы знаете, оба. Я слыхала шум. Еще один пожар в минувшие сутки разгорелся в одном из домов дачного массива Кайнат-Булак на улице Мичурина. Здесь в результате воспламенения загорелась крыша дачного домика и домашние вещи. На место происшествия прибыли две пожарные автомашины, штабной автомобиль и 14 человек личного состава. В течение 15 минут пожарный огонь локализовали, а еще через 25 минут пламя полностью затушили. В этом происшествии также никто не пострадал. Причины возникновения огня сейчас выясняют дознаватели Каратауского отдела по чрезвычайным ситуациям. Утро первому на месте.